L'absolu lacquer. Вроде так. Девочки и мальчики, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео я сделаю обзор новеньких 17 оттенков от Lancôme L'absolu lacquer. В руках у меня полная коллекция 17 оттенков лаков для губ. В этой палитре есть классические оттенки, как, например, красный, розовый, а также совсем необычный золотые, сливовые, коричневые. И если вам интересно увидеть каждый оттенок, то оставайтесь со мной до конца. На съемку этого видео ушло 2 суток, потому что после каждого сводча я удаляла глянец с губ, глянцевый блеск, а тинт на губах оставался именно пигмент сам. И я не могла ничем его удалить. Губы были настолько яркими, что я не могла показать вам следующий оттенок, поэтому приходилось ждать, и съемочный процесс занял несколько дней. Поэтому вы обязаны просто посмотреть это видео, потому что я очень-очень старалась. Вообще, производитель утверждает, что этот лак для губ держится до 6 часов. А также вы можете нанести в несколько слоев этот лак на губы, и так он будет ярче. Это на самом деле правда. Я вначале, когда начала наносить на губы, я не поняла, потому что первый слой, он был совсем нейтральный, но затем последующий, когда вы наслаиваете, наслаиваете, ваш цвет получался все ярче и ярче, насыщенней. И этот лак, он действительно держится, он стойкий, он приятный, он не сушит губы, он их увлажняет. И даже после того, как вы удалите продукт с губ, ваши губы по-прежнему останутся яркими и насыщенными, потому что эффект тинта действует. Палитра здесь обширная, каких оттенков здесь только нет. Я знаю, что над этой палитрой работал Lancôme совместно с Лизой Элдридж, с которой я однажды встречала, мне очень повезло. Я думаю, что каждая из вас найдет для себя подходящий оттенок. Лично мне понравились все яркие оттенки, особенно винные, красные, сливовые, очень они насыщенные, красивые и классно блестят, действительно красивый глянец на губах. Классно они придумали дизайн флакона, дизайн в стиле амбре, черный цвет переходит в прозрачный, таким образом мы видим настоящий цвет продукта, прям в флакончике. Давайте начнем, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. I saw a light, but it was too dark for me. I heard you calling, I saw your sleepless face and I fell hard. I guess I'm falling for you, girl, I can reach the stars. You gave me warmth when no one did. I was lost, you showed me love and how it feels. I heard you calling, I saw your sleepless face and I fell hard. I guess I'm falling for you, girl, I can reach the stars. А этот оттенок 468. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, оно было для вас полезным, и вы обратили внимание на какой-нибудь красивый оттенок для себя. Я буду рада, если вы поставите мне лайк, подпишитесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!